Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Литвинов Андрей Александрович, заведующий травматологическим отделением медицинского центра «Еломед», кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Заболевания суставов сегодня – это массовая ситуация или, скорее, единичные случаи? Заболевания суставов на сегодняшний день – это одна из глобальных проблем. За последние несколько лет количество их практически утроилась. По данным нашего Минздрава на сегодняшний день в России более 10 миллионов человек подвержены заболеванию крупных суставов и более 300 тысяч человек страдают ревматоидным артритом. А вот эти заболевания, которые вы перечислили, насколько они опасны и как они на качество жизни влияют? Ну, вы понимаете, эти заболевания начинаются из-под Пациенты сначала не чувствуют сильных болей, не чувствуют скованности в движениях, хотя постепенно начинаются какие-то неприятные ощущения в суставах, с течением времени появляются боли, дальше они усиливаются, и как бы начинаются ограничения подвижности и как бы такой вот вехой является появление ночных болей, когда человек ночью не отдыхает и вот тут он уже решает обратиться к врачу. Если до этого не обратился, то тут он уже сто процентов бежит к врачу. То есть эти заболевания преимущественно обнаруживаются на поздней стадии такой уже? Но как, не точнее, когда человек Как прибегает. правило, эти пациенты вернее, эти заболевания вначале не обнаруживаются, а уже на вторых, на третьих стадиях. А вот, Случайно, при случайном обследовании мы можем диагностировать их на первой стадии. А вот когда они обнаруживаются на поздней, на поздней стадии, насколько они опасны и насколько их можно вылечить, такие болезни? Сейчас основным способом лечения заболеваний крупных суставов на поздних стадиях является эндопротезирование. Вылечить можно, но с помощью вот этой высокотехнологичной операции. Если пациент достаточно молод, то после эндопротезирования он возвращается на работу, продолжает заниматься спортом, путешествует. То есть он не чувствует себя больным человеком некоторые пациенты говорят что они забывая забывали о своей болезни на долгие годы а вот эндопротезирование что это такое вообще что это за операция эндопротезирование это замена собственного сустава человека природного на искусственный и этот на искусственный имплант, скажем так. И этот имплант должен выполнять ту же функцию, что и свой родной сустав, то есть опорную функцию. Человек с искусственным суставом должен также ходить, иметь возможность двигаться без ограничений. Эта операция, она безопасна или все-таки есть какие-то но это очень достаточно серьезная операция, и хотя в настоящее время в связи с накоплением опыта хирургов, в связи с развитием технологий эта операция приобрела достаточно широкое распространение. Вот. но тем не менее она остается очень сложной и хирурги к ней Готовиться. Ну вот вы говорите, что это один из таких самых надежных способов лечения. А каких результатов можно добиться и можно ли говорить о полном выздоровлении или все-таки какие-то ограничения для человека остаются? Если человек э, достаточно молод, можно говорить о полном выздоровлении, то есть он не чувствует себя в чем-то ущемленным. Если это пожилой человек, он тоже делает все свои... Он себя обслуживает, это самое главное. Он делает все свои домашние дела. Он ходит в близлежащие магазины и так далее и тому подобное. То есть это очень благодарная операция, и пациенты после нее очень довольны. А вот кому эндопротезирование показано? Чаще всего эндопротезирование показано пациентам, с артрозами различных теологий. Это посттравматический артроз, деформирующий артроз, пациенты после переломов шейки бедренной кости. Вот. Как правило, в вот этой категории лиц мы проводим такие операции. А как нужно к этой операции готовиться? Первонаперво пациент должен обратиться к врачу и по его рекомендации выполнить определенные методы исследования. Как правило, это, начинает, это все начинается с рентгенограммы тазобедренного сустава. Дальше можно выполнить компьютерную томографию, МРТ. Вот устанавливается диагноз, пациент проходит, сдает определенные анализы, вот и назначается день операции. Ну, то есть примерно сколько длится этот подготовительный срок? Ну, в настоящее время это все не очень долго с развитием техники. Сейчас все это можно сделать в течение нескольких дней. Даже так. А если говорить о самой уже длительности операции, сколько длится она, сколько длится восстановительный период? Ну, как правило, в зависимости от тяжести операции, она длится от часа до трех. А сам восстановительный период, потому что операция, вы говорили, тяжелая. Пациент, как правило, встает на следующий день. Вот. Мы его поднимаем на, около кровати, он стоит на костылях, на ходунках, неважно, со средствами дополнительной опоры, он встает на следующий день. И на след... Еще через день он начинает ходить по палате, выходит в коридор. Мы, собственно говоря, из клиники выпи выписываем пятый, шестой, седьмой день. Он уходит от нас самостоятельно домой. Нужны ли какие-то дополнительные исследования уже после выписки? После операции мы, как правило, делаем контрольную рентгенограмму тазобедренного сустава. И пациенты ее с собой забирают. Им это очень интересно, важно. Ну, это и для врача важно, то, что он видел на операции, и то и на рентгенограмме. И самое главное, это юридическое подтверждение его действий. Дома пациент ходит на костылях с частичной нагрузкой в течение двух месяцев. Затем он приходит к лечебному врачу, выполняется еще одна контрольная рентгенограмма. И после этого врач разрешает пациенту давать полную нагрузку на ногу. И давайте, наверное, закончим на такой позитивной ноте. Есть ли какие-нибудь профилактические мероприятия, чтобы держать свои суставы в тонусе? Профилактические мероприятия? Может быть, физическая нагрузка Нет, небольшая? Даже. Ну, скажем так, не а нашим вот людям, которые возрастом за 60, каждое лето едут на дачу и принимают ну, на себя... Я могу пожелать пациентам не травмировать свои суставы, вот. Это очень важно, потому что после травм, как правило, может развиваться деформирующий артроз. Вот. Нагрузка должна быть умеренной. Полное отсутствие нагрузки это невозможно, но, по крайней мере, пожелать умеренную нагрузку. И тогда все будет хорошо. Андрей Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопрос. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.